Привет, мои дорогие! Вы находитесь на канале Тамарина Кухня. Сегодня хочу приготовить ленивые хачапури в духовке. Это блюдо мы очень любим на завтрак. Делается оно очень быстро, а получается невероятно вкусно. Для хачапури мне понадобится. У меня здесь 200 грамм сыра. Сыр можно брать любой. 3 куриных яйца. 1 чайная ложечка разрыхлителя. Если нет разрыхлителя, можно взять половину чайной ложечки соды. Соль по вкусу. 6 столовых ложек муки высшего сорта. У меня здесь творог 200 грамм. Жирность творога можно брать любую. И 150 грамм сметаны 15%. Сыр для этого блюда я натираю на крупной терке. В мисочку разбиваем 3 яйца. Добавляем сметану. Соль по вкусу. И все хорошо перемешиваем. Перемешиваем до однородной консистенции. Далее к нашей массе отправляем творог. И вновь смешиваем все ингредиенты. Отправляем сыр. Сыр буквально грамм 50 я оставлю, чтобы потом посыпать сверху наше хачапури. И вновь все перемешиваем. В муку добавляю разрыхлитель, смешиваем ингредиенты и отправляем к нашей массе. Вновь все перемешиваем, и наше тесто для хачапури готово. Форму для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем наше тесто. Духовочка у меня уже разогрелась до 200 градусов. И отправляем наш хачапури примерно на 30 минут до появления золотистой корочки. За 7 минут до готовности я посыплю наш хачапури сыром и вновь отправлю в духовку. Наш хачапури практически готов. Сверху я посыпаю его сыром и вновь отправляю в духовочку буквально на 7 минут. Сыр расплавился, и вот такая красота у меня получилась. И осталось только наши хачапури подать к столу. Вот такие вкусные и нарядные хачапури у меня получились. Дорогие мои, готовьте вкусно, готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. И не забывайте подписываться на мой канал Тамарина Кухня. Всех люблю! И целую. Всем пока-пока!